Возможно, наверное, об этом не говорить. Но сегодня и четвертый тур первой лиги. И началась первая. Два мяча. И, в общем, очень-очень хороший старт от этой команды. АЗС Нур, к сожалению, замыкает таблицу. Вот сейчас забивает АЗС Нур. А кто же это у нас забил? Никуда никто не спешит. Находит передачу Мухаммада. Анмира Мухаммада. Разбирается классно. Удар по воротам. Но это уровень. Вот это класс, друзья. Это класс. Свисток арбитра. Казимагомедов мяча. Это удар по воротам. Ой-ой-ой. Выпустил мяч голкипер из рук. Нет сейчас на поле Вагифа Нурахмедова. Удар! Это еще один гол. Еще одна атака Редохи. Ну-ка, Нурахмедов. Передача обратная. Раскатали. Классно. И Вагиф Нурахмедов забил свой дежурный. Не позволят. Там слишком все сложно. Залез в гущу защитников. Там, конечно же, парни тоже не промах. Но сейчас Нурахмедов забивает. Вот сейчас забивает. Дубль буквально в течение одной минуты. Ну, класс и дух, конечно же, повыше. Это заметно. Что и отсюда пробьет. Свисток. Да, это удар по воротам и мешал. Как видите, нападающий. А второй нападающий Набиев Казибек забивает. Ну долго, ну что ты будешь делать? Магомед, Магомеда. Удар по воротам и забивает. АЗС Нур 6-3. Магомед Мурадов. Это уже брак в передачах от АЗС. Нурахмедов есть там Нижвидилов. Может и сам отдал передачу. Будет забивать, забивает. Рашид Нижвидилов. Номер 99. Ковато. Включение в центр. Там Нижвидилов не даст. Аккуратнее. Пошли вперед оба. Прямой ногой. Нижвидилов на газоне. Но нарушения правил не было. Отскок. Абуше уже на поле появился. И теперь они несутся вперед. На Набиева передача. Казибек. Удар. От штанги мяч в ворота залетает. Кинабиев на поле. Хотя говорил об обратном. Посматривает арбитр на секундомер. Все, друзья, все. Финальный свисток. Редуха побеждает. 8-3. Благодарим обе команды за встречу. Поздравляем Редуху.